Ну что, продолжаем осеннее изыскание. Изыскание, поиск всего. Будем ставить вот эту новую зимнюю резину классную на ведущий передок. Вот. А сзади поставим тоже зимнюю, но попроще. И в этом нам поможет хай-джек, с которого все потешались. Как-то было дело, вот он. Он мне теперь помогает в ремонте, как никто другой. Удивительная вообще штука. Как я его забыл вообще на 2 года. Поднимает, что хочешь, вот так. О. 2 колеса вывешены. Можно менять. Ну, единственное, конечно, надо сюда колодочку будет подложить, чтобы он случайно не опустился, хозяин, на голову. Вот такая вот тут система. Короче говоря, зря я его как-то был списал, меня напугали. Сделать домкрат — это же такая проблема. Там сальники, пыльники, шмальники, специальное масло, все. Были предыдущие серии, где его сделал, причем довольно легко. Слил старые, что там было, остатки, и залил масло и 20А индустриально. И вот что получилось чудо. Там где-то он чуть-чуть вроде как соплеет. Но как бы не факт. Факт, что он работает. Вот таким образом очень упрощает мне жизнь автомобильную. Что-нибудь произойти у нас в жизни без твоего телефона? Без моего телефона ничего произойти не может. Заколебала жизнь или заколебала телефон? Телефон заколебал. Я передаю послание. У нас свинка рожает, видишь? Все, всем приятного аппетита. Ти-ди-дим. А о, показываю, что в теплице может вырасти в ноябре. О! Как вам? Как тебе такое, Илон Маск? Укроп свежий, зеленый, много. Сказали нарвать, а я не знаю, как рвать, чтобы... Но все равно помёрзнет, если ударят морозы. Вот так вот. Укропчик. Свежачок. Вот вам и шутки. Вот кому рассказать, что собака грибы нашла, никто не поверит. Да, Никух? Не поверит же никто. Глупышки. А я вам сейчас покажу, где эти грибы находились. Зацепились мы с тобой. Оба. Вот такие грибочки у нас. Красивые. Сегодня 5 ноября. Никто не ожидал. У нас есть поисковая ника. Божди, собака. Ух, рассольничек с грибами. Это кричит, отойди от кастрюли с телефоном. Ох, какая вкуснятина. Рассольничек с маслятами. Ну что, Ника, приехали мы с тобой с ремонта, да? А тут тебе супчик. А, я с грибочками вчерашними, кто видел. Грибочек, рассольничек. Рассольничек с грибочками. Вот.
Где-то они. Да, я с телефоном. Радуюсь жизни. Хорошо приехать с работы. А тут тебе горячий рассольничек с грибочками вчерашними. Ай, хорошо. А? Без телефона нельзя.